Ваше высочество, это не очень хорошая идея. Она всегда делает, что хочет. Мы едем в Бадышль. Но зачем? Твоя сестра станет невестой императора. Я же вижу, он тебе нравится. О чем ты? Хотя бы признай это. Ты в безопасности. И почему вы считаете, что достойны этого? Сердце подсказывает. Вам будет нелегко, Веня. Вы имеете в виду с императорским двором или с вами тоже? Боюсь, что и со мной. Для тебя это все приключение. Это спальня императорской четы. Вы хотите служить мужчине или любить его? Конечно, любить. Я хочу, чтобы ты поехала со мной, как камеристка. Я объявляю вас императрицей Австрии. Люби меня. Уважение двора нужно заслужить, Элизабет. Но я императрица. Против венгров, теперь против царя. Народу это не нравится. Долой монархию! Что она сказала? И жизнь ваша будет разрушена, а все, кого вы любите, погибнут в мучениях. У Сиси задержка на неделю. Императрица! Это императрица! Наполеон почти дошел до Милана. Я должен его остановить. Я не позволю использовать ребенка в войне. Чего вы хотите? Мира. А для этого мне нужен союзник. Ваш интерес в прекращении войны столь же велик, как и наш. Если желаете войны, вы ее получите. Думаешь, я не справилась как императрица? Я боюсь за тебя. Я хочу, чтобы наша империя жила в мире. Чувство – это главный признак слабости. Мне нужна Сиси. Девочка, ставшая императрицей. Императрица, ставшая легендой. Женщина, ставшая иконой. Мы тебя любим. Сиси, императрица Австрии.